Мне мама отправляла, любит пересылать вот эти вот сообщения, которые длинные, и там внизу есть «далее», ты нажимаешь, и там она на пол вываливается, нахуй, вот такое сообщение. И там вот так звучит что-то типа «она случайно уронила ложку, звук был громче, выстрела в тиши». Что-то там посупилось немножко, сынок ей сказал «мама, не спеши». Но тут змея ее невестка. И там просто, блядь, вот такое. Весь остальной стих хуесосится невестка. И я все прочитал и пишу своей маме. Это что? Она мне пишет, просто ой, жизнь.